Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поздравили семьи мобилизованных жителей муниципалитета с Новым годом и Рождеством. В рамках проекта «Крепкая семья» партийцы приняли участие в дворовом празднике, который прошел в селе Жаворонки. В мероприятии приняли участие более 100 взрослых и детей. Ребята и их родители плясали, пели песни, участвовали в конкурсах, катались на пони, пили чай из настоящего самовара. А партийцы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой раздавали всем сладости.